Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Мария Великотная. И сегодня у нас чудесный, солнечный, но морозный день. И настолько мороз, что он сковал реку. Совсем недавно, буквально 3 недели тому назад, по ней еще ходили пароходы. А сейчас лед блестит под солнцем. И сегодня у меня будет очень интересная, насыщенная программа. Ну, во-первых, я встречаюсь со своими подругами. И, во-вторых, мы с ними идем в Геликон-оперу. Одна из Галин будет там впервые. Будет много страсти, любви, секса. В общем, вы увидите все сами. Я вам расскажу очень интересную информацию про блошиный рынок. И вы наконец-то увидите меня в театре, потому что, как правило, когда я снимаю, то я снимаю фотоаппаратом, вы меня не видите, и очень многие просят, чтобы я себя показала. Так вот, сегодня я специально одеваю красивые украшения, которые приобрела на блошином рынке, и попросила подруг, чтобы они меня в них сняли. До встречи, мои дорогие! Театр Маяковского, это тоже строила княгиня Шаховская. Вот видите, следующий желтый дом, это как раз ее бывший дом, в котором она жила. И она построила вот такой театр. У меня такой же телефон. У вас же суперский телефон. Подружки. И мы находимся рядом с театром Геликон. Приехали пораньше, посидели в кафе. А сейчас пошли погулять по этой же улице. Прошли театр Маяковского. И сейчас около зала Чайковского, в который тоже я пойду 19 числа. Хотела всех еще предупредить, девочки, 4 марта. У нас на территории музея Москвы откроется блошиный рынок, пока он будет, откроется на один день. Вот я купила вот это кандаль. Значит, оно стоило всего 150 рублей, при том, что там будут большие цены. Секрет. На самом деле, я не знаю, серебро, не серебро, это может быть просто металл, а это просто под камень сделано, ну не важно. И вот посмотрите, браслеты. Это винтаж. Вот это вот все-таки слоновая кость. Индийский старый, но я купила на блошином рынке. Слоновая кость и металл. И вот это вот винтаж Америка 60-е годы. Мария, очень достойно, и очень красиво. Вы ничего на блошином рынке не покупали из ваших вещей? Я покупаю на блошином рынке исключительно только статуэтки. Я за ними устраиваю охоту и покупаю статуэтки. А статуэтки какие? Из чего? Фарфоровые? Конечно, фарфоровые. Понятно. То есть сейчас на вас ничего нет, чтобы показать? Нет, это все у меня Египет, а это кораллы обычные. Понятно. Ну ладно, мы с вами пойдем 4 числа, и, кстати, узнаем вообще. Я вот до сих пор не могу понять, что люди смотрят. То ли их интересуют украшения, то ли их интересует металл столовые приборы. То ли тарелки, то ли вазы, вот нет, не понимаю. Нет, я когда-то время, у меня было время, я ходила за тарелками. У меня очень много тарелок, которые вешали на стену. Это наш кабинет.
важно. А, не выставочная. Те, где я нужны. Не выставочная. Эта выставка будет до 13 марта. А 13 уже будет другая. Причем та выставка, вот, которая следующая будет, она будет очень необычная, нестандартная. Она будет посвящена спектаклю «Про воду» нашему. И она будет открыта только для зрителей этого спектакля. То есть только когда серия спектаклей «Трубадур» будет, и еще плюс для экскурсии. Она деятельна. Но она не разрушена средством своих спектаклей. Нет, я не веду, что прошу. Почему-то ждала, нет, немножко сейчас современнее. Понимаете ли, в чем дело? Бертман специально делает о современном, но я в другом. Я немножко противоречит, когда это все происходит в глуши, когда она безграмотно ничего не читает и не хочет ничем заняться, это действительно тоска. А в нашем современном мире, в котором показано, вот тебе интернет, вот тебе компьютер, вот тебе... И там такой тоски просто быть не может. Там... Мне не хватило. Я ждала эпохи. Ничего не могу с этим поделать. Вот это... Не знаю. Предположим, из дома не выпускали. Хорошо. Но интернет... А сколько таких современных, которые сидят дома? Кстати, очень много постановок. Одна из постановок в театре Маяковского играла Гундарева. А фильм 90 каких-то там, вот я вам уже говорила, что Абдулов играл и Андрейченко. То есть фильм постоянно идут спектакли. А, кстати, в ТЮЗе, Театр юного зрителя, там играет Боярская Елизавета, ее же. А сейчас вышел в 16-м году, вот я говорила, английский фильм. Я посмотрела триллер, и я хочу сказать, он не похож на наш, вот то, что у нас в постановке. Там, и там более милая девушка, она не такая, как наша. Все-таки это развращенная такая дама от безделья. Дико необузданная страсть. Yeah.
удивлению не было конца, потому что все было настолько логично, выстроено, каждое движение, каждое перестроение. Мне безумно нравится то, что в этом хаосе и в этой драме, и в этой трагедии присутствовала и ирония. Сегодня посмотрел спектакль, действие, которое происходит практически 200 лет назад, писал Лескоп эту пьесу. Практически в 1936 году была премьера этого спектакля, фееричная, триумфальная. Но все то, что показано сегодня на сцене, все эти чувства, все эти страсти, все эти переживания сегодня суперсовременные. И суперсовременным языком сегодня у каждого зрителя в душе отзывается то, что он видит сегодня каждый день, и то, о чем он будет думать. Леди Макбет.